Бесплатно провести газ до своих земельных участков, расположенных вблизи уже существующих внутрипоселковых газопроводов, смогут все россияне. Такая возможность появилась благодаря президентскому проекту социальной газификации, сформировавшемуся по итогам ежегодного послания Владимира Путина Федеральному собранию в апреле этого года. Главная цель – завершить работу там, где уже проведена газовая труба. По этой программе будет бесплатно проведен газ до границы земельного участка каждого жителя, который заявил о своем желании участвовать в этой программе. Обязательный критерий – объект должен быть зарегистрирован в собственности и поставлен на учет. При этом жилое строение должно находиться в границах населенного пункта, подпадающего под программу. На территории Московской области снято ограничение в 200 метров. То есть не имеет значения, какое расстояние от дома до ближайшего газопровода. Максимальный часовой расход газа оставлен такой же, 7 метров кубических в час. Этого достаточно для отопления большого дома в 500 квадратных метров. А наличие технической возможности также снято ограничений. Всего в Подмосковье в программу догазификации вошло 2900 населенных пунктов, 186 из которых в Одинцовском округе. В результате голубое топливо в свои дома смогут провести 14587 жителей муниципалитета. Социальная газификация – это, по сути, первый этап ускоренной газификации жителей страны. Поэтому на данном этапе мы выполняем задачу, которая определена до конца 2022 года. Соответственно, выполнив эту задачу, будет поставлена следующая задача. Думаю, что к вопросу газификации садовых товариществ, которые не попадают в социальную газификацию, мы вернемся в 2023-2024 год. Действительно, на СНТ данная программа не распространяется, только на индивидуальное жилищное строительство. В рамках социальной газификации до 1 января 2023 года бесплатно газопроводы будут доведены только до границ садовых товариществ на территории, попадающих в программу населенных пунктов. Все, что касается разводки внутри СНТ и домовладений, действует правило подключения к газу, это правило номер 13-14 технологического присоединения к газовым сетям. То есть они достаточно просто регулируют этот порядок. А по этому же порядку и газифицируются и СНТ, которые не попали в президентский проект. Для удобства жителей округа 3 августа в Чистцах открыли стационарный офис социальной газификации. Работы по подготовке к началу его работы компания «Мособлгаз» провела четко и в запланированные сроки. К выбору места расположения в муниципалитете подошли серьезно. Географически, я считаю, офис очень удобно расположен. Основные населенные пункты, которые в нашу программу попадают, они все вот вокруг Чистцов, это и Голицыно, это и Никольская, и Захарова, и Кубинка. Это все вот основные наши населенные пункты. Офис социальной газификации – это уникальный проект, больше напоминающий дополнительный МФЦ рядом с домом. Помимо консультаций по программе, здесь можно получить 12 услуг. Среди них – оформление дома и земельного участка в собственность, перерасчет коммунальных платежей, получение социальных льгот, запись на вакцинацию, оформление комплексного договора. Комплексный договор – это договор о выполнении работы внутри участка. Мы постарались сделать его удобным, простым. По сути, объединили 5 договоров в один. Он включает в себя все виды работы, это проектирование, строительство внутри участка, это оборудование газоиспользующее, это услуга технического обслуживания, когда уже будет пущен газ, непосредственно поставка газа. Уже сейчас в связи с высокими темпами реализации программы увеличился спрос на внутридомовое газовое оборудование. Комплексный договор включает и его поставку. Ознакомиться, что называется, вживую с данным оборудованием можно уже сейчас в офисе социальной газификации. В Мособлгазе разработали несколько комплектов, в которые входят двух- или одноконтурные котлы, газовые плиты и современные счетчики, передающие показания автоматически. Установку проводят специалисты. Вы подпишете договор, получите на руки счет, и в зависимости от того, насколько сложна стройка, будете ожидать подключения к газу. Скажу сразу, в идеале, если распределительный газопровод идет по вашей улице, мы будем стремиться к тому, чтобы в течение 3, максимум 4 месяцев, при условии, что вы оплачиваете оборудование, вы оплачиваете работы по вентканалам, у вас
появляется тепло в доме. Заявку на подключение можно оставить в стационарном офисе социальной газификации. Он работает ежедневно, кроме понедельника, с 10 утра до 8 часов вечера. Или мобильном. С 15 сентября брендированный микроавтобус с сотрудниками Мособлгаза и Центра госуслуг курсирует по территории округа. Специалисты консультируют и отвечают на вопросы жителей о президентском проекте. Люди могут приезжать абсолютно с любых окраин. Они никак не привязаны к территориальной принадлежности, где находится именно машина, да, дислоцируется. Мы принимаем заявки абсолютно от всех желающих. Уточнить информацию о маршруте мобильного офиса можно по бесплатному номеру телефона 8 800 100 75 75 или на официальном сайте Мособлгаза. Кстати, там также можно заявить о своем желании подключить газ. Именно онлайн подала заявку Анна Ерофеева из Жаворонков. Ожидание составило меньше месяца. Уже в августе ее деревянный дом подключили к газовой сети. Работы провели быстро и качественно. Сами технические работы продолжались всего один день. То есть люди приехали в воскресенье полседьмого утра, и вечером в доме газ уже был. Прямо волшебство. Особо вас не беспокоили, да? Нет. Сколько получилось по договору? 146 тысяч. Да. Мы просто выбрали самый хороший котел. Это счетчик. Да, современный счетчик, который сам передает показания. Увидеть программу социальной газификации в действии в гости к семье Ерофеевых приехал глава округа. Андрей Иванов отметил, что раньше с отоплением дома зимой возникали определенные сложности. До этого здесь была котельная, которая использовала масло, и было опасно, и было переживание за то, что может что-то произойти, и, не дай бог, этот красивый деревянный дом бы загорелся. Вот сейчас все в порядке. Мне кажется, мы с программой справились, и действительно сюда пришел и газ, и тепло. Газ и тепло пришли и в село Крымское. Одним из здешних первопроходцев программы соцгазификации стала семья Моисеевых. За 3 дня рабочие установили необходимое оборудование и счетчики, провели трубу до котельной в доме. Вот кран и котел. Мы еще немножко не демонтировали. Там требования, какие они выставили. Вытяжку надо доделать. И от котла выход, чтобы был. Вот. Ну, в процессе. Светлана и Валерий мечтали о проведении газа с момента строительства дома уже 10 лет. Президентская программа социальной газификации помогла реализовать их мечты в кратчайшие сроки. Я так думаю, что придет зима, когда мы перестанем платить за электричество и ездить за баллонами. Вот тогда мы оценим в полном объеме вот эту радость. Тогда мы будем рады. Ну, вернее, мы и сейчас рады, но вот тогда это будет эйфория, наверное. По словам гендиректора Мособлгаза Игоря Баранова, сейчас в области колоссальный спрос на участие в программе. За первые 2 месяца из 115 тысяч адресов по всему Подмосковью газовщики получили более 70 тысяч заявок. В первую очередь обрабатываются те адреса, которые сейчас стоят под газификацию. При этом Игорь Баранов уверен, что с реализацией программы в заданные сроки Мособлгаз справится. Между тем, на федеральном и региональном уровнях дополнительно обсуждаются вопросы льгот для социально незащищенных слоев населения. Политика Мосгоз сейчас обсуждается на уровне регионального правительства. Внедрение льгот для многодетных, для малоимущих. Поэтому этот вопрос обсуждается. Предполагаю, что в ближайшее будущее правительство области озвучит свое решение. То, что такая поддержка будет, у меня нет сомнений. Сегодня Одинцовский округ – один из 7 муниципалитетов так называемой «красной зоны» Подмосковья по социальной газификации. Здесь много жителей, попадающих в эту программу, и большой спрос. В округе проводится серьезная работа по информированию граждан о ходе реализации президентского проекта. До конца текущего года планируется полностью газифицировать 55 населенных пунктов. Остальные – в следующем году. Поэтому в скором времени все домовладельцы смогут отказаться от дров, угля, электричества и газовых баллонов для отопления своего жилья и приготовления пищи. Ведь в дома подведут голубое топливо.